Место для разворота и развернись. На обочину уйдешь и остановишься там. Вот так, раз и туда, поняла? Угу. Не крути заранее руль. Че гудишь-то? Давай, сначала уйдешь на обочину. Угу. Поехала. Поехала, поехала. Руля много завернула. Угу. Смотри. Уходишь на обочину, остановилась, угу. Никого нет, поехали, поехали, все, и выехала. Выбираю место для разворота. Левый поворотник, ключи, ключи поворотник. В зеркало посмотри, машина, да, двигается? Машина ушла? Ушла. Ушла, и ты в левый ряд, выключила поворотник. Смотрим по сплошной, где разрыв будет. Так, но здесь вот уже... Ну, у нас места здесь мало. Дальше двигаемся. Здесь остановка, вообще это не рассматриваемся. Но, тут не же знаю, 8.11. О, на заправку заезд есть. Включай поворотник. Вот, по крайней мере, вот сюда. Понимаешь, нужно всегда думать. Ага, смотреть вперед, что там есть. Щиты, баннеры, вывески, указатели. Крути руль, поехали. Поехали, не бойся, газу, 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 газу. Выравнивай руль. Можешь сюда вот так уйти. Угу. Левое зеркало, левый поворотник. Пошли, газуй. Все, ты выполнила разворот на улице Воронежской 2 раза.